Вон прикольна фішка, да, з двома мечами. Меня пригласил мой бывший одноклассник. Я просто, в принципе, для себя пришел сюда просто побегать. Я не знал, что будет такое грандиозное мероприятие на высшем уровне. Приятный уровень организации. И, ну, приятно, что баскетбол так активно популяризируется в Украине, в частности, в Днепропетровске. Моя команда будет состоять из меня и двух моих друзей. То есть результат нам не столь важен. Мы сюда пришли просто поиграть в баскетбол, получить удовольствие. Никаких целей себе мы не ставим. Но поддавки играть тоже не будем. Я уже нахожусь 2 месяца в Украине, в Днепропетровске в частности. За это время успел отдохнуть немного, побывал в Феодосии, побывал в Израиле. Вот уже 4 июля я прибываю в расположение сборной Украины в Южном и начинаю сборы. Мы готовимся к чемпионату Европы, который в этом году пройдет в Литве. Только самые оптимистичные, как бы, такое очень редко случается, когда мы пробиваемся на чемпионат Европы. Я надеюсь, что мы должны показывать достойную игру и как минимум выходить из группы. Спасибо. Для меня лично это как бы еще раз собраться с друзьями, еще один повод собраться с старыми друзьями, которых я долго не видел, и увидеть всех тренировок, прийти в школу, и просто надеюсь, то, что мой приход, приход Кирилла Фесенко, поднимет какой-то интерес к баскетболу в Днепропетровске. В Украине, в общем, только отдыхаю. Я здесь бываю редко, около 1 месяц в год. И чисто собираюсь с друзьями, с родителями, отдыхаю. И хотелось, конечно, сыграть в сборную Украины в этом году, но вряд ли получится. Так как довольно поздно получилось все состыковать планы моей команды в Аризоне и команды сборной Украины, поэтому мне чуть не получается с графиком. Меня приглашали за обе сборные, за университетскую и за национальную, но, как я сказал, вряд ли получится уже сыграть. Да, 1 июля я уже должен быть в Америке, ехать назад в Америку.
все. Ты, а ты все это так побегал. Ну, потому там был один сюда, 20 команд, мы играли 5. Еще. А мы после них не будем играть, мы играли. Ну, вот, теперь мы сейчас думаем, что играем в графике. Видишь, там 9 пошло. Я думал, что тебе пойдет, понял? Сколько себе? Я один взял. Уже все не играл. 19 лет, да. Ему не 19, 23. Ну, у нас он центр успелся, а так вот его третий четвертый. Универсальный, он как Джек Боллс.